попробуем исполнить дизайн такой структурный, рельефный, но гладкий. Рельефный, как бы рельеф есть внутри, снаружи гладкий, с использованием пигментов разных, камушков опал. Дальше кисточка Рублев нам понадобится, трезубец. Очень удобно. И самое главное, это полимер черный джем. Будем делать уже на готовые наращенные ногти. Убираем немножко полимер на кисточку. И очень быстро и легко сделать разные узоры, абстракция. Просто разводим кисточкой в разных направлениях, в разных. Получаются такие полосы. Просто так вот в хаотичном порядке. Нам не очень удобно держать под камерой, поэтому немножко сейчас уберу в сторону и покажу готовый уже результат. Так вот, у нас получился вот такой вот узорчик. Там видно и окружности, разные круги и полоски. Сейчас мы это засушим. Я покажу отдельно. Пока сушит, я покажу. Как делаются вот эти такие вот окружности. Как можно работать с полимером и такой кистью. На типсе, потому что это удобнее. Вы можете делать разные полоски. То есть кисть, она рисует, видите, сразу. Набирается материал на кисть, и одним мазком можно делать разную абстракцию, которая полимер — это материал, который не расползается, не всплывается, то есть как мы нарисовали, так он и остался. То есть можно делать, если не понравилось, можно все зачеркнуть, сделать заново, получится какой-то новый узор. Так, немножко не дает мне размахнуть кисть, хочу показать, как делаются спиральки. Таким образом закручиваются. Вот. Как бы смысл понятен. Как мы кисть развернем, такой получится у нас узор. Так вот мы засушили, теперь сделаем узор на указательном пальце, что-нибудь наподобие. С
На среднем это у нас уже там. Рисуем здесь что-нибудь. Так, теперь освободим немножко места под камень. Для этого я возьму вот такой конус. Вот. У меня тут салфеточка, она уже смоченная жидкостью. Кисточку очищу конусную. И вот на этом пальце я, допустим, хочу посадить камешек, опал. Освобожу место для него. Допустим, вот здесь у нас будет опал. Сидеть. Также конусной кистью можно немножко подработать, если у вас, допустим, какие-то вот толстые линии получились, их можно немножко разбить. Ну и мизинец теперь остался. Дальше мы теперь будем работать пигментами разными, делать втирку.
у нас пигмент, возьмем пигмент золотой, возьмем такой хамелеон зеленый, очень красивый пигмент. Сейчас вы увидите, как он красиво смотрится в деле. Мы его будем сочетать вместе с зеленым пигментом. Зеленого пигмента надо брать совсем капельку, потому что он, в принципе, очень такой, очень укрывистый. Так, пальчик подержи, пожалуйста, посвободнее. Вот видите, как он сияет уже, прям самый маленький кусочек уже дает такой красивый блеск. И все, и будет видно, как все наши вот эти вот полосочки, все эти наши рисуночек, он очень красиво будет виден здесь. Ну и возьмем немножко вот пигмент, у нас есть золото такое, оно крупинками как бы сделано, но мы его немножко раздавим, то это очень красивый золотой пигмент. И эту половинку сделаем золотом. У нас будет такой зелено-золото, зелено-золотой ноготок. Так, средним пальцем будем делать пигмент красный, хамелеоном пигмент. Это красный, отливающий золотом. Немножко тут мне неудобно, многовато тебе сыпануло, сейчас мы почистим. Такой накаток. Вот она, вот видно, да, он отливает красным и золотом. Хамелеон. Этот как мы сделаем. Здесь мы тоже повторим зеленый цвет. Понравился нам очень. Зеленый пигмент у нас будет переходить в пурпурный пигмент. Так, вот мы теперь все пальчики сделали пигментом. Видите, как все красиво сияет. Но это еще не все. После покрытия финишем это будет сиять еще красивее, еще больше выражено. Так, где наш? Так, в качестве украшения мы возьмем опалы, камешки, уже готовые. Клиент вот выбрал на разные ногти, разные камни. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так. Давай пробовать. Так, покрываем. Подожди, не уходи от меня. Хоть на природу. Так, опал сажаем прямо. Танк пришли, поход к тебе. Прямо на финиш. Сейчас, посиди.
так. Давайте, слушай. Вот у нас получилось в итоге. Скажи. Угу. Такие переходы, камни. Сейчас большой пальчик сделаем.